знаете, куда мы попали? Мы попали в Москвариум. Вот тут я еще не был. Входной билет стоит косарь. Косарь на взрослого. Детский 800. Ну, короче, с Данькой. Причем подросток, у него теперь нормальная прическа. И бородка. И бородка, да, как у Мэдисона. Главное, не шути, как Мэдисон, то будешь в бегах. А вот Ира что-то консультируется. Сейчас пойдем посмотрим диковинных рейб. Смотрите, необычная херня. Это как матричный принтер, только он печатает каплями на лету. Добро пожаловать. Это капли, капли, реально. Это реально водычка. Пойдемте посмотрим. Да, самая настоящая вода. Там сеточка висит, чтобы не это, не забрызгали. Вообще гениально придумано. Принтер каплями. При входе нас встречают вот такие карпы милые. И дальше, видимо, сам вход вот там. Ну а вы, друзья, играйте в игры на супер дешевом сайте primegames.ru. Офигенный выбор игр. GTA 5, CSGO, Overwatch, Watch Dogs 2, Rust, Battlegrounds, Friday 13, The Game, Survival Evolved и другие. Игры за 100 рублей с небольшим, а то и дешевле. 100 рублей. Ссылка под видео. Обязательно ознакомься с ассортиментом, гарантией, круглосуточная поддержка, любые способы оплаты. primegames.ru. Стопудово, ёпта. Итак, ну что, друзья, классический этот самый океанариум. Нас встречает ихтиозавр. Ну и начинаются всякие вот эти рыбки, такие же, как во всех остальных. Нет, смотрите, какие милые скатики. Какой симпатяга. Пусть он правда симпатичный. Он улыбается. Ты улыбаешься, что ли, чувак? Дига. Петр Осетр. Это точно Ашан, потому что в Ашане такие продаются. А вот смотри какой, царь Петр. Да, здоровый. Икры, наверное, много дает. Как звезда. Прикольная звезда, налипла. Вообще уютный такой вот этот. Ну, чего не смотрите, аквариум. Они все лежат. Смотри, сколько там. А вон там камбала лежит. Они живые вообще? А вон там синяя рыбка. Вот, вот это вообще классная рыба, звезда, смотрите. Где звезда? Вот за этим. Смотри, какая причина. Да. А вот звезды морские. Вон, смотри, как звезда прикольно висит на дереве. Там еще одна. Уютненько тут. Водоросли такие, знаете, в речке говнотечки обычно плавают. Такой, касаешься, напоминаю, найти. Такой реально похож на говнотечку какую-то. Это что за... Это покрышка. Размотанная. Не, серьезно? Не знаю. Давай жечь покрышки. Давай. Синие звезды, синий Патрик. Это Патрик, который набился. Теперь он синий. Звездочки. А тут, короче, создано течение. По кругу вода гоняется. Мы таких же видели, там только они сами плавали. Она вот вот здесь, вот и везде. Кто там? Да, там олдовая, супер олдовая сетра. Нет? Что? Гигантский сом, посмотри на него. О, это сомик. Точно, там маленький сомик спрятался. Совсем крошечный. Я его не заметил. С ногу. Да, с Даней ростом. Здесь еще один олдовый сом был. Во. Вот сомик. Хрен знает, какая-то здоровая штука. Я видел в учебнике, типа, древние рыбы вот так выглядели. Но, видимо, это такая палеозойская эра рыбина. Палеозойская. Где сомик торчит? Да. До 100 кг. Это краби. Мистер Крабс. Ели мы сегодня, кстати, твой крабсбургер, полное говно, чувак. Короче, друзья, мы находимся в ресторане Красти Краб. Это ресторан по Спанч Бобу, вы знаете, да, знаменитые крабсбургеры. И мы, короче, в печали. Мы в печали, потому что поменялся рецепт и способ приготовления. И он теперь тайный на вкус... Тайный ингредиент не используют больше. Да, реально, это на вкус... Такой, может быть, Планктон стал директором просто ресторана. Вкус стал как чамбакете, серьезно. Ну, короче, реально, котлеты теперь, если помните наши видео, когда мы здесь были в прошлом, летом, буквально полгода назад, крабовая котлета была... С крабом? Нежная. Нежная. Из нежного краба, нежная, мягенькая, прям очень необычная, очень вкусная. Но а теперь она из трески. Дети умудрились жаловаться, то есть, может быть, детям там что-то не понравилось, потому что дети не любят что-то такое, эдакое, отходящее. Теперь это, да, это просто котлета, запеченная, маленькая, и она рыбная. Да, она реально из трески, вот такая душманская треска в магазине, Пятерочка. Нет, ну, может быть, она не душманская, но это явно не то, что мы хотели попробовать, и зачем мы ехали. Да, мы не для этого сюда ехали, черт возьми, нас обманули. Что делать? Ну, ладно. Сырный суп более-менее ничего. Извини. Смотри, они точат вот эту
растительности. А рыбок видишь вон там? Спорим, нет? А на них рыбки прилипали. Где? Вот, смотри. Ниже. Ниже. Вот, это рыба. Да, я вижу. Они такие-то сложно уловимые. А вот еще один. Крабики тусят. Еще один крабик. Маленькие такие крабики совсем. Да. Даешь нормальное крабовое патэ. Не знаю, короче, чуваки, я что-то люблю рыб, они клевые. Смотри, это угри, что ли? Да. Это какой-то рыба-змея. Угрик клевый. Альбинос, отойди. А вон они, смотри, я думала, что это... Да все потому, что он черный среди белых. Вон, смотри, еще два тоже. Они так смешно сосутся. Да. Это, по-моему, какие-то разновидности мурены, не? А тут, может, это написано? Рыба туда наверх, влево. Это лобстер. О, какой хороший мобстер. Саня сказал, что это гигантские креветки. А вот они еще под камушками прячутся. Они такие нормальные ребята, да. У него нет одного клешня. Усика. Клешненький у него нет правой. Да, и усика одного нет. О, инвалид. У того тоже маленькая. Нет, они, видимо, дерутся там между собой. Вон, смотри, какие маленькие белые рыбы. Это, случайно, немного? Похоже. Вон, маленькие белые рыбоньки. Вон они, смотри, торчат. Они прозрачные какие-то прямо. Это, кстати, рыба России. Рыба России? Моря России. А, подождите, это все в России? И лобстеры у нас водятся? Кстати, а там какой-то прикол. А, вот в чем прикол. Это панорамный аквариум. Ой, это же бычки. Бычки. Тут морская собачка, бычок и пеленгас. Пеленгас, морской бычок, губан. Тут где-то есть губан. Вот, наверное, это он, смотри какой. Да это бычки, Ир. Это бычки? Да. Бычки. Подожди, нет, вот бычки. А кто же тогда губан? Белые бычки, вот эти, вот бычок. Там, его даже бычок? Не видно, да. Значит, это губан. Это губан, наверное. Тут что, такая музяка умиротворяющая играет вообще? Вообще металл. Металл? Вон, смотри, какая мусорка. А, такие джунгли, типа. Привет, а ты кто такой? Маленький кот, зачем ты себя по жопе шлепаешь? Смотри, он себя... Блин, вообще плющит, он долбанный. Он тоже металл слышит. Точно. Этого ящера плющит вообще не по-детски. Видишь там рыбу? Как уютненько. Уют. Господи. Мне тут уют овер 9000. Я прям вот так бы... такой стрим бы прям смотрел, серьезно. Этот аквариум супер уютный. Да, вообще класс. Тоже супер уютный аквариум. Микроаквариумы с петушками. Есть креветочки. Да, тут креветки. Микро. Микрокреветки. Короче, вот такие микроаквариумы с всякими мелочевками. Где? Мужик, идите сфоткай с этим мужиком. Зачем? Ну как хочешь. Еще один выражительно уютный аквас, в котором много-много маленьких рыб. Типа пиццерии, что ли? Такие, кажется, я так и знаю. Или это все еще экспозиция рыбы России? Нет. Нет? Ну ладно, нет. Красиво. Кто? Там глаза. Сейчас посмотрим. Красиво, уютненько вот здесь тоже. Блин, они так прикольно оформляют эти аквариумы. Надо мне домой такого аквариумиста, чтобы он так вот красиво оформил. Такой гигантский, огромный и прекрасный. Пошли все вон, суки. Рили, осколотли. Беленький. Еще стеклянные глаза. Выглядит он стремноватый, этот топ. Так вообще не видно, а вот эти мелкие. Где? Здесь, вот они такие мелкие. А, это он? Ну, может быть.
что там забился этот чувак? Все хорошо? Ой, сплянуть сон здорово. Ну что ж, выходя из одного зала, мы попадаем в другой, в котором тоже каждый аквариум один уютнее другого. Ой, там что-то здоровое. Такое что-то огромное. Там какая-то огромная хрень. Тут что? Тоже красота. Маленькие аквариумчики, ну вот он реально маленький. Да. Ну как маленький? Он маленький относительно остальных. Но он примерно такой, как у меня дома. Чуть-чуть поменьше, может. Ну, короче, дефолтные аквариумы. Стандартные такие, домашние. Тут зачем-то такие вот куски земли стоят. Плывет здоровяк, это электрический угорь. Он не помещается у меня в кадр. Это нормально? Он, да, такой длинненький. Длинненький товарищ. На весь аквариум, короче. А это заливные пойменные луга. Сымитированные, очень красиво. Да. Ну и гадость, это ваша заливная рыба. Очень красиво. О, Васька, такой сомик есть у нас дома. Немножко непривычно. Сомик в огромном лугу. Что он делает, это красиво. Ребята, это аквариум моей мечты. Там креветоны даже есть. Там всякие, какая-то мелкая-мелкая жизнь кипит в этих густых зарослях трав. Да, это так уютно. Вон креветочка. Маленькая-маленькая креветочка. Вон она какая-то какая-нибудь. Смотри, пура, не кишат. Кто? Смотри. Там точно кишат, прямо жизнь бьет ключом. Прикольно. Слушайте, и все это вот в таком огромном лугу, это очень классно. Привет. А мы вышли в какой-то холл. Что у нас тут? Ну, висят акулы, понятно. Пираньи. Стандартные такие пиранечки. Бог, что все отсвечивает, а не видно толком. На камеру отражается все. О, рыба-лопата. Саперная лопатка. Где лопата? Кто ответственный за лопату? А тут мангровый лес. А вы что думали? Друзья, для тех, кому было любопытно, как выглядит водопад изнутри. Да. Вот как. Не только красноречие. Черепаховки поплыли. А вон крокодил наторчит. Два крокодила. Внимание, как выглядит крокодил изнутри? Три крокодила. Вот, да. Смотри, там еще на берегу. А снаружи он выглядит страшнее. А, да. Смотри, они там прям с черепахами тусят. Они там прям тусят. Вот там вдали, вдалеке. Да, тусовочка. А знаешь, он такой юненький, тут прям... Хочу туда. Тут тоже смешно. Я решил с маленькой рыбкой сфоткаться. Маленькая такая рыбка. Это просто гигантская хреновина. Щучка такая, да. Вертикально затопленный лес. Вообще там прям реально затопленный лес. Да. Вертикально затопленный. Все такие палят, типа, что здесь происходит? А здесь, смотрите, осьминог. Но он немножко залип. Тут же крупненький такой. Вот его присосочки. Очень вкусный с пивом сушеным. Присосочки с пивом, слышишь? Да, вот эти. А, это звезды, которые лапками могут... А вот это что? Это осьминожено? Да. Это Наутилус. Мне кажется, он делает сосайды из коня. Там еще наверху. О, это же Наутилус, да? Да. Классно. Наутилус Помпилиус так называется. Как группа. Друзья, вы когда-нибудь видели дельфинарий из-под нутри? Короче, там сверху, видимо, дельфиновое шоу. А тут дельфины плавают. Мы видим их изнутри. Белуха такой красивый, смотри. Да, белуха красивая. Я сфоткалась таким однажды, это трогал. Да, я тоже трогал такого. Он как этот, как стейк. Нормально проснулся. Чуваки, это риль касатки. Да. Короче, я мельком успел заснять касатку, они куда-то плевнули и больше не выплывают. Куда-то делись. Но все равно, вот я был много в каких океанариумах, и касаток ни в одном не видел. Собственно, как и осьминогов. Почему-то это
Их не бывает в океанариумах. Потому что они в суши-барах. В суши-барах? Нет, осьминоги сушеные вкуснее, конечно. А здесь мы с вами наблюдаем актинии. Они распластали свои щупальцы везде. Вот, видите? Видите? А еще реликтовая надпись. Бросать монеты и посторонние предметы запрещено, штраф 5к. Монеты. Какой дебил додумался монеты сюда кидать, мне интересно. А что, там есть монеты? Давай нырнем, поищем. Давай. Не знаю, но эти штуки, они похожи на маленькие пальмы. Похожи на шипы. Они красивые, да. Друзья, тут мечехвосты. Симпатичные. А их что, можно трогать? Да. Я потрогаю, можно? Можно. Привет, мечехвост. Можно всех потрогать, у всех открыть на часы нормально за хвост там? Таскать не надо. Ой, извиняюсь. Просто его так взять можно? Можно. Ой, смотри, какой у него. Я никогда не видел, какой у него низ. Теперь видел, все, свободен. А как это зовут? Мечехвост. А, я тоже потрогаю. Из катов? Из катов, а это акул. Голову к ним потрогаем. Да, 5 акул. Короче, мне сказали, что все можно трогать. Извини, прическу спортил. Чубаки, можно я вас потрогаю? Только как мне их потрогать? Они далеко. Можно всех трогать, но да. Не дают. Всех сказали, можно трогать. Да. Даже акул. Акулы, иди, я тебя потрогаю. Ну, плиз. А пираньи можно? Звезды. А пошли там потрогаем, где мы мимо прошли. Смотри, это труп креветки. Господи, они ее растерзали. Смотри, как много трупов. Это уже, в принципе, много, да. Жесть. Они просто их растерзывают. А, жесть. Акулка. Ира трогает актинию. Неправильно, смотри. Я ее не чувствую. Я вас частный парикмахер. Погодь, какого... Какого? Они прячутся? Она засала. Я хочу ее потрогать. Я хочу потрогать гигантскую актинию. Она очень глубоко. Давай вот это. Давай вот это. Нету ленточки. Сейчас. В натуре закрылась. Класс. Главное, камеру не окунуть. Вот этот маленький скатик живет креветосом. Сейчас звезду будет жрать. Ну так-то да. Прикольно тут. Тут тоже вот как Дубай такая аквариум-лупа, а за лупой вот эти актинии. Короче говоря, тут еще один прекрасный аквариум, тоже очень уютный. Это рифовый зал, рифовая экспозиция, это Красное это море. Это уже потрогать нельзя. Да, к сожалению, уже нельзя. Они там почти все стоят. Да, кстати, вот эту штуку я бы не рискнул потрогать. Какую? Вон ту. Вон, видишь? А, вон туда? О, ешь, ничего себе. Помнишь, как я он GoPro, а ты помнишь, как GoPro я... засунул, как да, в риф? Это было так жутко, мама. Короче, говорят, что это морской огурец. Давай прочитаем, вот что это. Вот это ядовитая хрень. Рыба. А, да-да-да-да. Да, это фугу? А вон муренушка. Да, мурен... Какая ой, как... они милые, мурены очень милые. Да. Давай один аквариум с муреной. Короче, когда у нас будет своя квартира, будет 10 аквариумов, ладно? Они такие милые, муренки. Подожди, не двигайся. А это отшельник. У него не хватает денег на ипотеку, поэтому он живет в ракушке. Это рыба фугу, которую угощали самого Путина. Ух ты, а вот это что такое светящееся? А это? Да я знаю, тут какая-то хрень вообще непонятная живет. Что это такое? Короче, это оказалось не фугу, а крылатая зебра. Вот, конечно, мурена наша любимая. Ёж меспилия или абрузик. О, смотри, рыбы-клоуны тусят в этих... Как прямо в... Анимония-амоники. Да. Как прямо в мультике. Вот, это все реально происходит. Короче, рыбки прячутся в них. Как будто пузики чешут. Да. Да. Им там, судя по всему, норм. Короче, я не знаю, чуваки, что это. Ну, какая-то жуткая хрень у него здесь рот. Это что-то жуткое. Смотри, там еще ежик. Оно и выглядит-то жутко сейчас всех. Такой глаза синие. Где ежик? Вот. Еще мое. Жуть. Короче, на этой штуке еще какие-то звезды сидят. И она вот так вот передвигается щупальцами. Ну, быстрее. Жук.
жуткая тварь. Дори, это что такое? Мини-мурянки. Что это такое? Я не знаю. Реально? Галатурия черная. Галатурия черная и песчаный угорь. Это песчаный угорь. Короче, это рыба-суслики. Рыба-сурикаты. Они вырезают из дырок. Слушай, походу, вот эта штука нелегал, это галатурия. Да, похоже, это галатурия. Галатурия-суслики прикольно. Углы что-то такая, типа пьяная. Пьяный Патрик. Короче, вот так вот палишь на аквариум, типа, все нормально. Но потом приглядываешься, понимаешь? Вот это рыба. И вот это рыба. И вот это рыба. Бери ручку. И вот это рыба? Да, нет, походу. Это, походу, коралл. Не, вот это... Ну, вот это тоже рыба. Ой, это оно шевельнулось, тоже понятно, слушай, что да, это рыба. Это рыба. Вот это желтая. Это рыба? Она точно такая же, как вон там. А, да. И вот это рыба, господи, боже. Жесть, рыба. Вот эта мерзкая тварь, гражданская наружность. У меня неделю потом рука болела после того, как я на рифе GoPro внутрь рифа засунул. Вот так. Так что не суйте руки в рифы. Это бывает немножко неприятно. Другие места. Да. Ну и рожь у тебя, Шарапов. Блин, одна рыба покакала, другая съела кокеху. Реально, я тебе отвечаю. Только что я видел. Потом на видео посмотрю. Жесть. Просто жесть. Да, рыба смешнее. Рыба губка для обуви. Рыба Стас Михайлов продолжает петь. За милых дам, за милых дам, мой первый тост и тут и там. И если надо, жизнь отдам, за милых дам. А, вот то, да, он, по-моему, на это невероятно мило. Такой няшный рыб. Можно. Моя любимая рубрика – грючные аппараты. Попробуем наладить. Попытка не пытка. Сейчас профиксим, все нормально. Вообще. Все очень плохо. Давай тут. Короче, мы хакнули. Давай вырубим. Упс. Это не мы. Так оно и было. Мы сломали аппарат. Мне кажется, или оно в угол летит. Подожди. Oh no. Ну давай. Вот это дуло. Вот это воронка. Короче, тут такая стандартная арка. Арка для фотографии. Да, вот эти рыбы реально как металлические. Игра опять куда-то потерялась. А акулка там такая приличных размеров. Игра опять это потерялась. А вон. Мелководье. Поп торчит. Это же морской коте. Блин, мяучит. Мяу. Мяу. Как Гэри. Да, такой пузатик. Прикольно. Да, оп, прыгнул в воду. Прикольные такие тюленчики. А вот и смотровая площадка большого аквариума. С той стороны кафе. Короче, мы вышли, и вот видно... Этот большой басик снаружи. Ну такой, да, приличный. Людишки селфится. Ну что, друзья, вот мы и посетили с вами самый, как его презентует, самый большой океанариум России. Ну, конечно, не такой гигантский, как я себе представлял, но все равно клево. И мы пошли дальше по своим делам. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока. Ира таки вышла, ура, наконец-то. И мы валим.